10 декабря Некрасов свой юбилей отмечал бы. Вместо него на сцену рэп-мьюзик совсем не случайно. Купаясь в овациях, полный настоящего драйва, выйдут тот самый амбар и не менее ожидаемый шайба. Место, откуда мы родом, назвали уральским клондайком. Золотая лихорадка прошла, осталось промышлять краснобайством. Шайба, нонконформист и зазнайка, может разубедить любого покупать себе iPad. Он засэмплировал Салтыкову, как Эминем Дайдо. Это еще не предел, и скоро черед Арбакайте. Наш совместный альбом похож на дронный коллайдер. Понимание требует знаний фундаментальных. Оказалось, на 17-е перенесем фестиваль. Но Некрасову самое место в начале, остается пускай там. Взяв билеты, скачайте наши записи с сайта. Поглядим, кому достанется первенство Пальма. Декабрьских выступлений не даст вам расслабиться. 18-го в кафе Рэй, названном в честь Рэя Чарльза, состоится наш концерт с полноценной программой. Песни с альбомов глубоко уважаемые, и лучше не надо, исполним там мы. Это будет знаковое событие. Оказаться в числе зрителей почетно и незатруднительно. Шайба должен приехать на одной из фур грузовых, так что я не вижу причин не прийти туда жителям Москвы.